Сегодня мы поговорим о новом инвестиционном проекте, который позволит вам пассивно зарабатывать на криптовалюте. Данная платформа называется Evolever, и в этом видео мы разберемся, как же можно заработать на этом проекте и узнаем его основные функции. Evolever – это платформа облачного майнинга, которая предоставляет потенциально экономичный метод добычи токенов TRX и других криптовалют. Проект позволит вам участвовать в транзакциях блокчейна без особых вложений и обеспечить стабильный доход. На данной платформе токены TRX используются для покупки вычислительной мощности для майнинга, что позволит получать 8% ежедневную прибыль. Давайте попробуем зарегистрироваться на данной платформе. Регистрация здесь довольно проста, и все, что вам нужно, это ввести ваш номер телефона, придумать пароль и ввести его еще раз. Далее вводим пригласительный код и капчу. На этом регистрация завершена. При входе в систему нас встречает объявление с основной информацией о работе проекта. Здесь указано, что после регистрации вы получите бонусные токены TRX на ваш счет, а проект выделит вам определенную вычислительную мощность, что позволит вам получать доход от майнинга после ежедневного входа в систему. Ежедневный доход будет рассчитываться по формуле баланс кошелька, умноженный на 8%, что обеспечит действительно неплохую прибыль. Также платформа предупреждает нас, что для того, чтобы активировать функцию вывода средств, нужно будет приобрести токены TRX и перенести их на свою учетную запись. Пройдемся по основному функционалу Evolever. Проект предоставляет возможность торговли и депозита. Для того, чтобы сделать депозит, вам необходимо скопировать адрес во вкладке «Депозит» и перейти в ваш TronLink кошелек. Далее вставляем ссылку, вводим сумму для депозита и подтверждаем транзакцию. Во вкладке Trade вы сможете просмотреть вашу прибыль от майнинга. Для того, чтобы активировать учетную запись и функцию вывода, вам необходимо сделать депозит на сумму не менее чем 10 TRX. Необходимо учитывать, что с каждого пополнения будет сниматься комиссия, поэтому если вы хотите пополнить кошелек на 10 TRX, вам понадобится 11 монет. Также проект предоставляет нам трехуровневую реферальную систему. Для того, чтобы пригласить новых пользователей в проект, скопируйте вашу пригласительную ссылку и отправьте ее, к примеру, вашим друзьям. После того, как ваш реферал первого уровня пополнит счет, вы получите 12% от суммы его пополнения. Рефералы второго и третьего уровня позволят получать по 6% и 4% от их суммы пополнения. Во вкладке «Команда» вы сможете просмотреть всех своих рефералов первого, второго и третьего уровней, а также прибыль, которую вы от них получаете. Также на платформе вы сможете скачать приложение, которое доступно на iOS и Android в виде файла APK. Если вас заинтересовал данный проект, переходите по ссылке в описании, регистрируйтесь на платформе и начните зарабатывать на криптовалюте уже сейчас. Не забудьте подписаться на социальные сети платформы, чтобы не пропустить ее последние обновления и события. На этом наш выпуск подходит к концу. Всем спасибо за внимание и до новых встреч!